Около 1000 стандартов планируется разработать в СНГ в ближайшее время. Об этом в интервью нашему каналу сообщил председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Виктор Назаренко. Ключевое внимание будет уделено вопросам повышения качества и конкурентоспособности продукции, производимой на территории стран Содружества. Кроме этого, глава Госстандарта Беларуси подчеркнул, что странам и СНГ и ЕАЭС необходимо усилить контроль за товаропроизводителями, чтобы конечный продукт не расходился с теми стандартами, что были заявлены при создании товара. Чтобы планка требований, которая прописана в стандартах, была такой, чтобы она автоматически решала две проблемы. Она решала проблему взаимных поставок в рамках наших образований, и она была не ниже, чем требования на международном уровне, чтобы наша промышленность, осваивая вот, или внедряя вот этот стандарт, она знала, что я им закрываю и внутренний рынок, я им закрываю и экспортные поставки.